Так, вот, сегодня потеплело, можно сказать, уже открылся в Афинах пляжный сезон, много людей на пляжах, где-то 18 градусов. Вот я зашел так в воду, тут можно до островка вот этого, что сзади меня, пройти с берега, реально тут ниже, чем по колено воды. Я нахожусь в Афинах, возле города Пирей, на море, разные тут районы, тянутся пляжи, но такие не песчаные, нормального песка нет. И вот тут такой вот островок, на который вот я сейчас иду. Вот тут мы видим на островке даже какие-то древние развалины, может, не такие уж древние. Так, осторожно. Ну, дальше я уже карабкаться не буду. Вот забрался тут на эти, так сказать, развалины. Не, это не древние, вот тут бетон. Бетон, каменюки, это видно что-то современное. Остатки какой-то постройки современной. Что-то на бетоне. Так, вот я сейчас тут посещаю маленький полуостров, отходящий от берега, и вот тут вот такие вот пляжи дикие, велосипедисты, купающиеся, вот островки перед ним.